Еще об одном визите в Челябинск. Южноуральскую столицу посетил один из самых необычных музыкантов современности – Владислав Надишана. Чтобы провести концерт, он проводит обряд заклинания и призывает добрых духов, но при этом активно пользуется самыми современными компьютерными технологиями. Необычную музыку послушал Лев Битков. Он приехал в Россию из цивилизованного Берлина, но своей родиной считает те места, где люди до сих пор верят в то, что всем в природе, даже электричеством, управляют духи. Владислав Надишана утверждает, что его предки происходили из одного из самых древних народов Южной Сибири – кужебарцев. Малая народность. С очень богатой культурой, но, к сожалению, эта культура утрачена в наше время сейчас. Я пытаюсь ее как могу возродить. Стиль своих композиций музыкант представляет как современная этническая музыка. Этническая, потому что для своих выступлений Владислав выбирает народные инструменты. Современная, потому что изготовлены они из совсем нетрадиционных материалов. Например, эта словацкая флейта сделана из пластика. Это, собственно говоря, модернизация инструмента, что, естественно, преобразует звук инструмента. Он уже звучит не как его древний прототип. Сейчас арсенал Надишана насчитывает более 100 инструментов, и коллекция постоянно пополняется. В последнее время музыкант вместе с другими мастерами начал создавать так называемые гибридные инструменты. Например, это странное соединение гитары, ситара, мандолины и гусли с не менее странным именем «дзюдоход». Он сделал вместе со своим канадским другом. Челябинский мультиинструменталист дал всего лишь один концерт. Следующий пункт в его российском турне – Киров. Лев Битков, Андрей Романов, «Вести», Южный Урал.